Здесь в уголочек вот в этот пробегаем. И в уголочке есть еще одна кнопочка. Нажимаем эту кнопочку, активируем еще один буст к опыту, друзья. Смотрите, очень даже неплохой. Класс. Друзья, всем привет, меня Дима зовут, мой ник Brother2S, это канал, посвященный фарму опыта Fortnite, и сегодня это уже вторая карта. Заходим в поиск, вводим сюда в поисковую строку код моей карты 16-42-42-80-24-39. Заходим на карту здесь, проверяем, чтобы стоял частный режим обязательно, подтверждаем. Друзья, я эту карту использую для того, чтобы у вас не было проблем с входом на карту для фарма опыта, потому что у многих выдает ошибку, остров не найден в лобби, и для того, чтобы она быстрее прошла калибровку. Я вас прошу не избегать эту карту, проходить через нее, чтобы хотя бы 5 минут вы на ней проводили времени, она быстрее прошла калибровку, и я смог на ней также записывать для вас фарм опыта, как на других картах, потому что сейчас карты, которые работают в России, практически невозможно найти. Сегодня очень-очень много времени ушло на поиск карт, чтобы записать для вас. Поэтому нужно калибровать свои, чтобы уже можно было записывать на них тоже опыт, друзья. Давайте сделаем это вместе. Нажимаем «Грузиться». В магазине предметов, друзья, вы можете нажать «Поддержка автора», ввести мой код «GTRUP», нажать «Поиск» и таким образом зафиксировать мой код автора у себя в магазине, чтобы компания Epic Games сделала мне отчисления за все ваши покупочки, потому что я их партнер, друзья. Такая вот есть возможность поддержать меня, мой канал и все мои старания. Я всех вас благодарю, кто это сделал. Когда карта загрузилась, бежим в левый дальний уголочек вот сюда. Прыгаем на автоматы, подходим в угол, смотря вот на эту полосочку между пластин на угловую или чуть-чуть левее, в прыжке надо нажать кнопочку взаимодействия, чтобы запустился таймер в 5 минут. Видите, в прыжке появляется кнопочка. Если вы чуть правее возьмете, кнопочки не будет, поэтому будьте внимательны. Таймер запустили, возвращаемся сюда вот на краешек и здесь стоим, ждем, пока таймер закончится, чтобы пройти дальше. Обратите внимание, друзья, пока карта не прошла калибровку, здесь просто за игру на этой карте уже насыпает опыта. Кому-то по 12, кому-то по 24 тысячи опыта за какой-то промежуток времени, там порядка 15 минут. Поэтому я вас всех приглашаю поиграть на ней. Карта очень крутая получилась, очень интересная. Все, ждем теперь таймер и будем продолжать фармить опыт. Когда таймер заканчивается, вдоль стеночки поднимаете взгляд, и здесь появляется кнопочка. Нажимаете на эту кнопочку, она нас переносит в локацию с тремя баннерами. Это все три мои карты. Подходите к правому баннеру, нажимаете на нем, когда он засветился зеленым, кнопочку взаимодействовать, и сюда вводите код 40-62-10-24-99-14. Нажимаете принять, картиночка поменялась, на карте стоит отметочка XP, все круто. Нажимаем теперь взаимодействовать на саму картиночку. Здесь тоже картинка поменялась, частный режим стоит. Все, нажимаем выбрать, и карта загружается. Все, когда загрузилась карта, прыгаем вниз сразу на платформу, подходим сюда под рампу и нажимаем кнопочку Secret XP. Запускается АФК опыт по 2 опыта в секунду. Видите, прыгаем сразу обратно на рампу. Подходим вот от надписи Sky Colors, от надписи Clear правее вот здесь в уголочек. И нажимаем Secret XP еще раз. И увеличиваем наш АФК опыт, друзья. Теперь уже не по 2, а по 4 опыта в секунду. Друзья, проходим вот сюда к кабиночке для переодеваний. И за кабиночкой строим три рампы. 1, 2, 3. Потом ставим один пол. Налево строим еще одну рампу и еще один пол. И здесь есть кнопочка Secret. Нажимаем эту кнопочку, перемещаемся в локацию, где перед нами таймер на 15, 17 и 19 минут, друзья. Нужно дождаться, пока таймеры закончатся. Каждый из них нам даст буст к опыту. Ждем, пока таймер закончится, а пока не забудьте присоединиться к моему Дискорд-каналу. Там очень круто и весело, мы там проводим время вместе, плюс там есть функция поиска тиммейта. И во время стримов, когда я провожу розыгрыши, я их провожу именно в Дискорде. Добавляйтесь сейчас, чтобы потом не тратить на это время. Теперь, когда таймер закончились, можно пробегать вот сюда вперед, где надпись «Не входить». Поворачиваем направо, здесь тут, в принципе, больше некуда повернуть. И в уголочке, вот в этом в левом, делаем эмоцию. Она нас переносит к другим двум таймерам, которые уже закончились. Подходим здесь, нажимаем слева кнопочку XP, активируем буст. Видите, как хорошо начислять начало опыт.
Теперь подходим, нажимаем правую кнопочку, активируем еще один буст, пробегаем сюда чуть-чуть дальше, запрыгиваем наверх. И вот здесь справа над спуском, получается, есть кнопочка. Нажимаем ее, активируем еще один буст, спускаемся вниз обратно, подходим опять к этим таймерам, к этим кнопочкам, только теперь поднимаем голову наверх, и здесь еще есть секретные кнопочки. Одна, и также здесь вторая. Прожали все кнопочки, все круто, активировали все бусты на этих кнопочках. Пробегаем теперь от телепорта в левый угол и нажимаем здесь еще одну кнопочку. Теперь подходим к кнопочке, к вот этой, нажимаем выход, оказываемся снова на платформе. У нас есть граплер, у нас есть метла, с помощью которых мы можем добраться обратно сюда до этого места, чтобы зайти в секретную локацию. Заходим в нее. Теперь мы подходим к вот этому проходу. И вот здесь сверху нажимаем кнопочку Secret XP. Активируем буст еще один, и у нас опять обновляется. Видите, мы перемещаемся опять в место спауна. Господи, у меня опять забагался бег. Я опять не могу бегать. Кошмар просто какой-то. Заходим опять обратно туда. Подходим теперь между таймером первым красным и между вот этим синим. Вот так вот напрямую подходим к стеночке. И здесь есть кнопочка. Нажимаем эту кнопочку. Идем снова в ту же локацию. Теперь нажимаем кнопочку вот здесь.